перешли на второй мостик, я показал бодезеристу, где брать землю. Здесь старая насыпь. Его звать Виктор, вот он начинает ее подрезать. Сейчас сказал ему, где на плотине борта есть уже, их не давить. Ну, сама дорога как бы идет все время в желобе. Видишь, он как забирает боком. Ну, значит, по-другому нельзя. А это надо напрямую, чтобы ехать было. Из Кольчина там есть Моринская. И это Моринская непроходное нынче. Размыло. А это Лага. Лага последствия Ноева потопа. И вот здесь сделали плотину на этой. Да, старики. И вот сколько воды. Ну, у нас удалось, это, но прогрызли эти бобры. Покосники такие. Воду выпустили, многое потеряли, но еще 3 метра примерно есть. Вот это. Первое крещение, вот в фильме. Второе крещение Руси, глаз вопиющего. И все эти фильмы снимали здесь тогда. Еще Потеряевка не строилась. Малашина уже нет. Погиб. Неизвестно как, что. В Шушинском снимал фильмы. Нашли без сознания. Вот так. Лопата или встреча, я позвонил сейчас. Володя, что пришел. Большая такая прорва, надо засыпать и открыть дорогу в Корчину для заправки. Водой, Володя. Мы на втором мостике. Сегодня у нас 17 июля. Завтра будет годовщина, как мы закрыли лагерь на 19-й. И вот здесь новый у нас бульдозерист. Вот это прорва. Ширина 9 метров. То есть и глубина 1,4 метра. Если не с лишним. Это сейчас он подвозит. Так, убери как сверху вот эти. Володя тут их смолит и сразу ставит. Сейчас заколачивать будет. Никита еще там подвезет. Меня не удастся это. Убирай. Вот он до конца не берет, еще следующий наберет, чтобы сразу. Вот она сваливается, вон туда вода. Вот. Это ведущий его. Неровно, чтобы он не уйдет, а не колеблет его. Это вроде накладывает их, а потом смолит. Отработками уж. Какая польза от этого, Бог его знает. Ну, думаю, что бобру все равно это... не очень понравится. Вот кусты тут были, нынче все в воде. Глубина пока 3 метра, если даже не больше. То есть мы желаем довести до 4 метров, чтобы не застывало и хорошая рыба водилась. А это за пределами уже Потеряевки. Тут больше приезжает с других сторон, и дорогу откроет, тут воровство откроется. Ну, может и так, а может и не так. Напрасно бодрствует страж. Приезжали воры... Кадникова, откуда только не было, и пойманы были, и Шарчиной пойманы, и все в милицию переданы, но те же самые не ездят, другие теперь ездят. Ну, нынче как будто бы и воровства нету, Господь милостивый. А то все приготавливаемся, ведра тащила, с лопаты только что потащил. Вот она лежит. Все заросло. Сейчас он перейдет на эту сторону и с той стороны начнет вести. Интересно, там корень солодки. И он
Идет, привозят, я смотрю, корень солодки длиной метр примерно лежит. Я беру и говорю, это ваша законная добыча, а мне она не нужна. Это в прошлом году Владимир Иванович. А нынче другой, Виктор, и не говорит, как величать даже. Вот так пока работаем. Никита подъезжает. Видишь, трактор, и Никита тут встретился. Никита перелез через бортик. Все здесь. Сейчас приедет, будет разгружать. Ну, катит Никита. Пожалуйста. Пошел.